Прежде чем сделать маленький обзорчик, то, что мы приобрели, хочу передать привет Флориде яхте. Вот это, как яхту назовешь, так она и поплывет. Так, поймала привет. Окей. Так, переходим. Значит, мы были на фабрике Кананкафи. У меня есть видео, но оно будет позже, уже когда мы вернемся в Калифорнию. Вот, как бы так отсвечивает. Я купила себе скраб. Здесь вот мне дали памятку. В этом скрабе, значит, 100% органический Кананкафи, масло авокадо, гавайская морская соль и коричневый сахар. Значит, буду скрабиться, но мы знаем свой рецепт скраба. Спитый кофе. Наносишь, скрабишься на ручки, на тело. Так, это спирулина. Спирулина, органическая спирулина. Вот веб-сайт. Может быть, кому-то нужен будет. Можно будет заказать. Тоже органическая. Это водоросли. У них, у этих, значит, у этой спирулины много показаний, но для себя я выбрала, какие показания. Это улучшение состояния кожи, предотвращает преждевременное старение, очищает организм от шлаков. Преждевременное старение, поздно уже, батенька. Очищает организм от шлаков, токсинов, восстанавливает микрофлору кишечника. Для похудения очень хорошо. Принимать нужно по пол чайной ложки, два раза в день, что ли. Так, это сахарный тростник, представляете, сейчас протестирую, открою. Это вот мы купили Кананкафи прямо на заводе. Это были конфетки, тоже с этого завода, с фабрики этой кофейной. Внутри половинка, ну, кофе оно так и есть, вот это сама ягодка, а в ней половинка вот кофе. Ну, как бы это... Я раньше думала, они вместе, они вот так вот и растут по половинке. Вот, значит, такая рассыпчатая зернышко в шоколаде. Пока довезли, ведь растаяла, в холодильник закинула. Сегодня мы были на заводе макадамии. Это самый дорогой орех в мире. Тоже о нем я видео сняла. Вот, Джей купил себе немного соли с Кананкафи. Я люблю классический. Так, и хочу показать, вот у меня изделие есть из натурального перламутра, это я еще в Балтийске покупала вот такой перстень, потом 2 года назад Джей ездил с родителями, с отцом, с мамой и с отчимом на Гавайи, и вот он мне купил вот такие серьги, как бы мне получился комплектик, я так обрадовалась, думаю, надо же, как угодил мне, присылал мне еще в Балтийск. Потом в прошлом году приезжала моя подружка из Канады, в Лос-Анджелес, и мы с мужем встречались. Она мне подарила такой браслетик, тоже вот он с таким перламутром, видите. И в Портленде весной мы ездили когда к сыну, потом на свадьбу в Сан-Франциско. Были в каком-то музее, там при музее магазинчик. И вот такую подвесочку я купила. Короче, мне теперь вот такой комплектик получился. Вот. Сейчас я... попробую этот сахарный тростник и расскажу вам. Может быть, оплююсь нафиг вся. Я как это, разложил товар купец. Вот смотрите. Это натуральный сахарный тростник, представляете? Я не представляю. И сарделька какая-то в разрезе. Сейчас отрежу, попробую. В общем, для таких дурных, как я, такие продукты продают. Состав здесь, смотрите, сахар 1 грамм, витамин С и айрон. Это этот йод, что ли? Ой, пыталась что-то тут очистить. Короче, так вот отрезаю, немножко как бы пожую и выплевываю. Наверное, так и надо, потому что вряд ли это можно глотать. О, Господи. Ну ладно, зато буду знать, какой он на вкус этот сахарный тростник. Загадала желание, опять же, первый раз в жизни ем. Надеюсь, это крайний раз.
Ну все. Вот такой мой обзорчик. Всем пока.